Всем привет! В этом видео будет прям очень много бесплатностей, полезностей, акций, купонов, поэтому обязательно смотрите до конца, если, конечно, вам это интересно. Начнем мы закупочное это видео с магазина Росман. Туда я сходила сегодня и купила жидкость для снятия лака, ватные диски. Очень рекомендую покупать их на этой неделе, потому что они по скидке, плюс еще в приложении Росман на них 20% скидка и плюс еще скидка 10% на общий чек. Получается очень хорошая цена. Чипсы Pringles одну упаковку. Средства от плесени. Тоже всегда это покупаем, хорошие, нравится. Действует, что самое главное, взяла наконец-то Ленор. Парфюм для белья, для стирки с надписью «Gratis Test». Обязательно должна быть эта наклейка. Сорт был только такой, свежий. Не стала я ждать, пока появятся другие. Взяла, запах тоже хороший, хотя цветочные более ощущаются именно на белье потом при стирке, после стирки. Мед. Зато не болеем. Да, постоянно теперь едим мед. Кстати, спасибо всем, кто желал здоровья под прошлыми видео. Все, вроде как, надеюсь, прошло у нас. Прошел период этот простудный. Снова взяла Гарниер. Воду для очистки лица от прыщиков. Хорошо помогает, прям подсушивает кожу. Для сына беру. Себе взяла туалетную воду, новую. В прошлый раз выбирала, думала. И не зря не взяла в прошлый раз, потому что теперь в приложении появилась скидка 20% еще дополнительная. Тоже хорошо. И на этой неделе вода снова по скидке. И получается у меня опять хорошая комбинация цен. И еще одну воду взяла. Взяла две. Еще сейчас в приложении Росман купон на две бесплатные фотографии размером 15 на 15. Что сделала я? Я взяла книжку, и там магниты, которые нужно вставлять, там, соответственно, по тексту, когда читаешь, на какое место их вставлять. В общем, магниты были потеряны некоторые, были они не все, не полный набор. Поэтому я сделала такой коллажик недостающих магнитов, просто из интернета скачала картинки, сделала, вырежу, наклею на магнит, и можно будет полноценно уже играть с книжкой. Если вы хотите фотографию обычную 10 на 15, можно тоже сделать коллаж, да, просто разместить ее в середине, горизонтально или вертикально, как вам нужно, с белыми полями, потом обрезать, и будут фотографии. Это такой совет, просто как бы лично для меня фотография 15 на 15, ее вроде как никуда и не вставишь. А тут оказалось очень полезно. Еще на самом дне завалялся лак. Завезли синий, у меня как-то был уже красивый синий лак вот этой фирмы, но его перестали делать, это тоже другой цвет. Я посмотрела, вроде бы не перламутр. Ну, хотя сейчас под лампой кажется, что вроде и перламутр. В общем, там блески мелкие. Надеюсь, будет, если и перламутровый, то не сильно, я не люблю. В общем, синий лак сразу взяла. Надеюсь, понравится. И теперь давайте смотреть чек. Фотографии 78 центов за 2. Лак для ногтей 1,79. Гарниер по 2,69 за каждую. Средство от плесени 1,99. 1,39 жидкость для снятия лака. Здесь мед 2,39, Pringles 1,39, ватные диски по 1,11. В итоге они обошлись мне за 80 центов за упаковку. Это радует. Туалетная вода 7,99 и Ленор 4,49. Деньги за Ленор полностью вернутся обратно, но правда с вычетом скидки. 29,81 промежуточная сумма. И пошли скидки из приложения. 1,60 на туалетную воду. Фотографии, как я сказала, бесплатно. 44 цента скидка на ватные диски. И 10% на все. 5 евро у меня вычлось, и 24,29 я заплатила. Еще в Росман именно на этой неделе есть акция, которую нужно активировать в приложении. Если вы накупите минимум на 15 евро, то будете автоматически участвовать. Конечно, шансы выиграть стремятся к нулю, но тем не менее, почему нет, я, например, участвую. У нас в это воскресенье уже первый адвент, поэтому я уже сделала такой адвент-кранц, да, чтобы каждое воскресенье зажигать по одной свечке, ну вернее, в первое воскресенье мы зажигаем одну, во второе две и так далее, чтобы отсчитывать 4 воскресенья до Рождества. Это у меня настоящие живые еловые веточки. Просто, скромно, но мне очень нравится. Следующим магазином по пути моего следования был магазин Реве. Там я купила пунш для детей на Рождество. Он, конечно же, естественно, безалкогольный. Взяла классический и фруктовый по 1 литру.
Там же я купила такой шлак-крем, то есть это крем для взбивания типа сливок, но веганское от Рама. Это новинка. Купила попробовать, потому что, как обычно, интересная акция. Вообще они стоят 99 центов, но у меня есть купон на 50 пунктов на карту Payback при покупке одной пачки. Да? Соответственно, за 4 пачки 200 пунктов я получила, то есть 2 евро. То есть каждая из них обошлась мне в 49 центов. А если мы вычтем еще пункты, которые я получаю за покупку, то вообще получается 45 центов за упаковку. Это можно использовать вместо сливок, либо в приготовлении, да, либо для украшения взбивать, в общем, торты, крема и так далее. Повторюсь, не пробовали, поэтому взяла по 2 баночки. Опять же, если бы она была хорошая, можно было взять хоть там 10, хоть сколько хотите, срок годности до 2 февраля, то есть она довольно-таки долго хранится. А здесь вообще, смотрите, до 18 мая следующего года. Купон вы можете или нажать на паузу и сделать скриншот с экрана телефона, или написать мне в Инстаграм, и я тогда скину вам этот купон отдельно. Там же взяла бутылку сухого белого вина 1112. Это бесплатно на тестирование от сайта Реве. И еще на этой неделе меня выбрали для прокладок. Тоже от Овис, бесплатно. Классно, тут уж ничего не скажешь. Далее, снова я взяла такие котлетки, веганские, но по типу куриных. Если кто помнит, мне они попадались тоже на тестирование от Рева, мы их попробовали, и они реально вкусные, то есть они похожи на курицу, и бургер с ними тоже получается вкусный. И сейчас их тоже можно взять бесплатно, вот с этим купоном, один раз на карту Payback, то есть нельзя взять 10, 20 и так далее. И плюс еще 150 пунктов вот с этим купоном вы получите на карту. То есть 1,50 вы получите плюсом за то, что бесплатно возьмете такие котлетки. В данном случае грех не воспользоваться. Взяла приправу Knorr, 2 куриных. Еще раз повторюсь, обязательно купон сканировать вместе с картой Payback. Без нее не работает. Масло. Хотела взять 2 упаковки, но, к сожалению, разобрали. Все, оставался только... Оставалось масло с йогуртом, его я брать не стала. И еще мега выгодная покупка на этой неделе в Реве – это Ариэль. Во-первых, она сейчас по скидке. Капсулы, порошок и жидкое средство одинаково. Стоит 3,99. В капсулах 15 стирок и 14. В жидком и в порошке по 20 стирок. Но я люблю капсулы, поэтому лучше взять меньше, но то, что люблю. И при покупке 3 платите только за 2. То есть за 8 евро, 8 евро получается за все 3 пачки. И к этому у меня есть еще один купон, который делает 100 пунктов обратно на карту Payback. То есть это 1 евро с каждой пачки. Даже с третьей, которая идет бесплатно. И добавляем сюда еще умножение пунктов на 10. И каждая пачка Ариэль получается за 1 евро 56 центов. Это шикарная цена. Просто прям супер классная. Можно брать любое количество, кратное 3, то есть 3, 6, 9, 12, сколько вам нужно, но обязательно в одной покупке, потому что купон работает один раз. И в Реве завезли тоже шаблончики для сапожков для Николауса. Я, конечно же, взяла, нужно разрисовать и отнести обратно, чтобы потом 6 декабря забрать их наполненные сладостями, фруктами, орехами. В каждых филиалах, между прочим, наполнение отличается. Чек! Тут, конечно, ничего не сказать. Always стоит 3,99, они мне бесплатно обошлись. Вино стоит 4,99, аналогично бесплатно. 3,19 стоят котлетки для бургеров, тоже вышли мне бесплатно, еще и с плюсом. Масло стоит 2,19, 99 центов это вот эти вот от Рама. По 49 центов это приправа Knorr, пунш детский по 99 центов. И вот они, получается, Ариэль 3,99 за каждую. И вот, смотрите, 2 плюс 1 бесплатно, то есть вычлось сразу. И вот они, вычлись котлетки. 17,09 у меня была промежуточная сумма. 4 евро я оплатила пунктами с карты Payback. И здесь внизу я получила 730 пунктов за эту самую покупку. То есть это 7 евро 30 центов. Я могу в следующий раз пойти в Реве и ими же все оплатить. Умножение на 10. 50 пунктов за каждую Рама. То есть это 200 пунктов. 100 пунктов за каждую пачку Ариэль. Смотрите, все 3 учлись. И 150 экстра пунктов на бесплатные без того котлетки.
Здесь еще раз продублировалось, что купон использовался на котлетки. В общем, классно, шалость удалась, все отсканировала, все получила. И плюс еще получила кучу карточек с футболистами, которые мы тоже собираем. И в конце мне выбился еще такой купон, умножение 10 пунктов в пятницу. Если нужно, если у вас нет, пожалуйста, тоже берите и пользуйтесь. Конечно же, это еще не все полезности, которыми я хотела с вами поделиться. На этой неделе в Теди скидка 50% на всю одежду и носки. Одежда, конечно, там качество не очень. Единственное, если что-то выбрать, может для дома или для работы, для дачи, если кому нужно. Или, ну, в принципе, может быть, я ошибаюсь, может быть, и неплохая там одежда. Шапки не учитываются, потому что это аксессуары. Самое главное для меня, что скидка на носки. Я пошла и закупилась носками. Эти носочки детские, смотрите, длинненькие. 3,55, здесь 3 пары от Disney. Тоже детские носки, короткие. Они были по скидке за 65 центов за 3 пары. И на них тоже, естественно, скидка. На все скидочные тоже она проходит. Такие носки мужские, черные, короткие. Тоже 65 центов за 3 пары. Женские носки теплые, уплотненные, это я взяла для себя, 2 пары, 2 евро. Еще одна упаковка детских носков. И мужские дальше пойдут, эти теплые, 3 пары за 5 евро. Эти такие обычные тоненькие, но вроде бы неплохого даже качества, лучше, чем я брала до этого. 8 пар за 5 евро. Еще такая же упаковка, тоже 8 пар за 5 евро. И более плотные носки, как раз вот сейчас хорошо носить, тоже 8 пар за 3 евро. В общей сложности здесь у меня 41 пара носков. А заплатила я за них 12 евро 75 центов, потому что вот она прошла скидка в 50%. А это значит, что пара носков выходит за 31 цент всего лишь. Это, конечно, ну, супер, классно. Если кому нужно, смотрите до конца недели, идите в Теди, участвуют все магазины по всей Германии, выбирайте и закупайтесь. Сегодня закупочный день, большой закупочный день. Были в Таку, взяли перчатки, 2 пары за 6 евро, черные, простые. Сыну надо, он постоянно теряет, поэтому самые простейшие, какие только есть. Скидка в приложении 25%, 4,50 я заплатила за 2 пары. Ну, заодно и цена получилась классная. Мы были в НП. Вообще рассчитывали там купить пиво, но его не оказалось. Поэтому взяли Баумкухен, это уже к Рождеству мы набираем сладости. Будем радоваться жизни со сладостями. И, конечно же, с шампанским. Мы покупаем Роткэпхенмильт. Очень нравится оно нам, вкусненькое. Отличный набор, мне кажется. Из журнала НП у меня тоже были скидки. Баумкухен стоит 2,59, минус 5%. Скидка из журнала минус 13 центов. Шампанское стоит 2,69, также скидки из журнала. То есть получается 2,42 за бутылку шампанского. Это хорошая сейчас цена. 9,76 мы заплатили. И пунктов 20 еще получили на карту Deutschland Card. И дальше заехали в Markt Kauf. И там купили колечки. Мало мы набрали готовых завтраков. Еще от Кейлок взяли кольца цветные. На самом деле они вкусненькие. Как вы помните, тоже, да, были наклеечки из журнала со скидками. Взяли пиццу, обычную, на пятницу пиццу. И взяли такую еще пиццу от Dr. Oetker сейчас на ужин. Никакой ни скидки, ни акции нет. Расскажу сейчас отдельно. Что еще взяли? Малины, 2 упаковки по 125 грамм. Ягоды. Голубика, 0,5 килограмма. Салат. Смесь для крема. Будем этот крем использовать для торта на день рождения. Взяли 2 шоколадных и 1 ванильный. Я не уверена, что 2 упаковок хватит. Еще 0,5 килограмма винограда. Я решила в этом году на день рождения в садик не носить сладости, за исключением маленьких упаковочек мармелада, которые сын будет раздавать. И купила ягоды. Я подумаю, что взять еще. Вероятно, возьму еще малины, может, 2-3 упаковки.
Не знаю, что еще, если честно, посоветуйте. Как раз будет время, чтобы я успела докупить. Не знаю, почему-то не хочется мне в этом году делать большой упор на сладости. Орешки. Одну пачку и такие соленые, вторая пачка. И купили моцареллы, 6 упаковочек. Как раз выгодно пока умножение пунктов, ну, чтобы постоянно по 2 их не брать, пока на машине удобно сразу взять много. Срок годности как раз я посмотрела, хватит. Купили зубочистки, мы их обожаем, пользуемся ими постоянно. Здесь натянута зубная нить, к сожалению, на большом куске пластика. Но действительно очень классная вещь. И покупаем их тоже всегда в Marktkauf. Купили один томат на 22 цента. 2,49 стоит килограмм помидоров. И еще такую колбаску. Цельнозерновой хлеб для тостеров. Булки для бургеров. Раз я взяла веганские эти котлетки, значит, надо к ним теперь, соответственно, все и остальное добирать. Бумага для выпечки. Мандарины. Килограмм. Надеюсь, вкусные. Попробуем. Если да, возьмем еще. И снова молоко. Упаковка из 12 литров долгого хранения. Чек. Молоко стоит 1,09 евро. Это колечки 1,99 минус скидка. Пицца 3,49. Здесь тоже использовали скидочку. 1,39 это зубочистки. Малина по 99 центов стоит каждая коробка. Колбаса 1,69. Орешки 99 центов. Вторые 79 центов. Моцарелла по 99 центов. Подорожала еще на 10 центов дополнительно. Помидор 22 цента. 89 центов булки для бургеров. 99 центов крем. Здесь ванильный и 2 шоколадных. Смотрите, сейчас у фирмы Oetker проходит акция. Если купить товаров на 6 евро, то 2 евро можно получить обратно. И мы купили на 3 евро крем. Соответственно, если взять что-то еще на 3 евро, то это окажется, будет стоить 1 евро, потому что 2 вернутся обратно. Надеюсь, понятен ход моих мыслей, поэтому мы и взяли как раз-таки пиццу за 3,39, минус 2 евро, 1,39, она нам в итоге обойдется. Неплохая цена. 37,92 мы заплатили. И 90 пунктов получили на карту DeutschlandCard за счет умножения пунктов на 5. И второй чек. Тост 99 центов, салат айсберг 1,19, бумага для выпечки 1,15. Ну, вы видите, да, все скидочки, которые были наклеены. 2,99 это голубика, 2,99 виноград и клементины 1,49. Умножение пунктов на 5, 9,88 заплатили и 20 пунктов получили. И в завершении нашего с вами видео с закупками я хочу вам сказать, что в Penny снова началась акция, где нужно крутить рулетку в приложении и выигрывать различные призы. На данный момент акция проходит при поддержке компании Pepsi. Смотрите, 200 тысяч выигрышей, которые можно получить сразу. То есть это чипсы Lay's, это у нас Rockstar, Pepsi, Швип-Швап, Липтон. В общем, крутите и выигрывайте. Я выиграла для начала энергетик Rockstar, оригинальный. 88 центов он стоит, 25 центов фант. И 88 центов благодаря GluxPenny сразу у меня вычлись. Ну, фант, само собой, придется платить, потому что потом мы получаем его обратно, когда несем банку в магазин. Еще я выиграла баночку Pepsi маленькую 0,33, но, к сожалению, в нашем филиале ее не оказалось. Я надеюсь, что, может быть, в ближайшие 2 дня еще привезут, пока действует купон. Если нет, тогда надо будет думать, кому можно будет передать чек. Регистрируйтесь в Penny, если у вас есть этот магазин. Обязательно советую, ну, почему нет, призы раз в 3 дня, допустим, да, можно туда ходить и забирать. Спасибо вам за просмотр. Я желаю всего хорошего. Пока-пока.